Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандай? Жакшыбы? Сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен батырдыгыңа суктанып атышат, 100-100 ашык кишини сактап калды деп. Ассаламу алейкум, рахмат. Уалейкум салам. Сиз атасы болосуз да? Ооба, атым Бахтияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может, там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально Кишинев-Горкотан, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранаты кинут. Но я успел открыть дверь, и все, мы выбежали в Экспо. Галуатан, Сузав Тургуна, Сузав Айл Тургуна. А, жакшы. Мен Өзгөндө. Биринчи Горгондо аябай коркуп ыйладым мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип кайра балам да өзү калтырап титиреп мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин деп андан кийин молодец деп анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанып атабыз, конечно.